Ну, сегодня у нас такая легкая версия нашей рубрики «Элементарно». Да, ну, а может быть и нет, да, сейчас будем разбираться. Завтра в Новосибирске состоится фестиваль языков. На фестивале с презентацией международного языка эсперанто выступит Катерина Арбекова. И она прямо сейчас у нас в студии. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. А как быть доброе утро на эсперанто? Вот, я тоже хотел спросить. Bonan matenon. Бонан матенан. Класс. Ой, так это вообще элегантнее. Да, да. Да, вот такой немножечко, если я не ошибаюсь, такой, ну, на слух забавный действительно такой язык, да? Как-то так слушается так. Ну почему забавный? Нет? Обычный язык. Обычный язык. Ну, вообще, ну как бы, почему вы вдруг решили его изучать в свое время? О, ну слово очень красивое. Эсперанто. Я почему-то когда-то давным-давно думал, что это испанский, просто по-другому называется. Угу. Очень многие так думают. Есть общие корни у них там, нет? Да, конечно. Угу. Латинские корни в эсперанто присутствуют. А ну, вы помимо эсперанто еще знаете какие-то языки? Да, я лингвист-переводчик по образованию и владею английским языком, французским, немного знаю испанский. Да. Сколько времени вам понадобилось на выучивание эсперанто, если так можно сказать? Ну, может, вы не поверите, всего один месяц. Вот, я это поверю, потому что я читала вчера, готовясь к программе, что это очень считается легким языком, и грамматика, и вообще сам по себе он. И самое удивительное, что эсперанто был первый язык, который я выучила. Вот это интересно. Это... То есть даже не английский? Нет. Или все-таки базовые знания школьные помогли? Ну, школьные были... Нет. Нет? А, наоборот, эсперанто потом помог изучать другие языки. Ух ты. Но вы же знали, что он, ну, искусственный, ну, придуманный. Ага, искусственные и придуманные – это несколько разные так, вещи. Так, давайте разберемся. А, искусственно созданный да. – это так. Да, да. А, искусственный язык – это априорный язык. Такие языки – это, например, соль-ре-соль или, например, балапюк – это были искусственные языки. А эсперанто – это язык апостериорный, причем автономного типа. То есть он создан полностью на основе натуральных корней из латинского языка взятых. А лично мне требуется перевод. А эльфийский? С русского на русский. Эльфийский – это как? Придуманный язык? Ну, если говорить просто, да. Придуманный. Так, хорошо. Что вам дало изучение эсперанто? Ну, во-первых, знакомство с целым миром. Я побывала в 28 странах на данный момент и планирую останавливаться. Благодаря эсперанто? Да, только благодаря эсперанто. Как это связано? Благодаря эсперанто можно путешествовать напрямую. Не нужно никаких туристических путевок покупать. Вы просто едете на какое-то мероприятие, которое проводится. Это может быть просто слет, это может быть какая-то конференция для преподавателей, это может быть большой конгресс. Конгрессы универсальные собирают до 2000 человек ежегодно. Так вот для чего вы стали изучать эсперанто? Чтобы путешествовать? В первую очередь, да. У вас много проводится вот каких-то мероприятий, да? Наш клуб организует свой традиционный слет. И мы уже побывали в Крыму, на Байкале. В следующем году планируем Камчатку. Ваш клуб, вы имеете в виду что? Новосибирский? Новосибирский эсперанто. Сколько человек в клубе? У нас ну, в целом может быть человек 30. Угу. Активная часть – это всегда человек 10 где-то. Угу. Не очень популярен новосибирский язык. Люди не понимают всех преимуществ, да? Ну, видимо, да. То есть мы сейчас уже немножко, так сказать, затравку-то дали, что путешествовать можно, общаться безгранично с людьми вообще вот за границей. Насколько популярен язык эсперанто? Очень популярен. В некоторых странах прямо очень популярен. Например, это Франция, Германия, Хорватия, Испания, Венгрия. Угу. А есть какие-то международные клубы, где участвуют все страны? Ну, это не клубы. Ну, у нас есть ассоциация эсперантистов всемирная. Ее ну, как бы офис находится в Роттердаме. Проводится ежегодно универсальный конгресс для всех желающих и отдельно проводится для молодежи и для детей. А что там делают на этих конгрессах? Разная программа бывает. И научная, и не очень, и развлекательная.
То есть аспиранты это не основное, это уже инструмент для общения по разным другим темам, так? Да, конечно. Существуют, кстати, отдельно встречи, например, железнодорожников или велосипедистов, или шахматистов. А. То есть очень много. Вот в прошлом году я была в Корее, и буддисты проводили вообще свой отдельный конгресс, то есть людей, которые буддисты и говорят на аспиранте. И некоторые желающие присоединились, их просто поводили по буддийским храмам. Это было очень интересно. А если начать разговаривать не на аспиранте с человеком, с тобой не будут разговаривать? Нет? В таком случае... Проигнорируют. В таком случае этого человека называют крокодилё. Крокодилё – это значит человек, который не говорит на аспиранте, а говорит на собственном языке среди аспирантистов. Крокодил? Да. Очень интересно. Вот так не вот. Смотри на меня так. Я не среди аспирантистов. Давайте сделаем паузу и потом вернемся. Вместе с лингвистом-переводчиком Катериной Арбековой мы пробуем говорить, ну мы не говорим, да. Мы, в общем, разговариваем о международном языке аспиранто. Я так понимаю, что у вас есть там, не знаю, и музыка ведь, да, и песни на аспиранто. Да, конечно. Какие-то звезды наверняка там свои. Да? Да. То есть, вот он как бы во всем мире-то особо неизвестен, а вот у людей, которые говорят на эсперанто, все, о, ты что, это же тот самый, а вот Сангаун Пенс Эсперанто, вот я не знаю, как просто сказать. Нет, все гораздо проще. Один из самых известных людей – это Йомо. Он живет в Тулузе, во Франции. Он поет на 38 языках. Владеет он... Сразу? Вместе? Нет. То есть он может петь на 38 языках. А владеет он 11 языками. Угу. Вот он звезда эсперанто, да? Да. А какие-то актеры? Занесен в книгу рекордов Гиннесса. Актеры какие-то есть известные люди, которые тоже говорят на эсперанто? Ну вот в Comedy Club Костя Малосаев, это тот Никита, это наш эсперантист из Томска. Да вы что? Да. Круто. А есть какие-то традиции свои у людей, которые изучают этот язык? Да, эсперанто это целая культура. Языку уже более 130 лет, и поэтому за это время язык развивался как естественный, и, соответственно, в культуру эсперанто принесено очень много из культур других стран. И как раз именно это ценно. Например? Ну, я даже не знаю, что сказать например, но... Национальный костюм, нет? Флаг есть у эсперантистов, мы знаем. Флаг есть, да. Вот что-то еще такое. Гимн. Гимн есть. Гимн есть, серьезно? Да, гимн есть. А, да. Еще придуманный там. Заменгофом. Музыка или прям песня есть? Песня. Песня? Музыка и песня. Вы можете кусочек? Ой, нет, я совсем не пою. Ну, в стихах, просто словами. Да, хотя бы там. Чтобы мы поняли звучание, как звучит аспиранто. Нет, ну гимн я не процитирую. Ну, ладно. Ну, хорошо. Жаль. А что-то хочется услышать речь аспирантистскую, понимаешь мне? Вот что такое вы можете сказать на аспиранто? Да, если просто, допустим, там, ну, меня зовут так-то, я живу в Новосибирске. Новосибирск – это столица Сибири, вот, допустим. Место с Катерина, милоджесен Новосибирского. Новосибирск – это чеф урбо де Сибирьо. Ками трансдонос салютон альчивый альяй урбой де латута мондо. Что-то с мексиканского еще вот такого, да? Такой мексиканский налет, нет? Ну, на испанский, на итальянский похожий, да. Похож язык. И, кстати, когда я бываю в Италии, и мне не нужны переводчики, мы разговариваем с итальянцами и понимаем друг друга. Я сказал мексиканский, а мексиканский вообще есть язык? Или они на испанском говорят? На испанском они говорят. Да? Да. Ну, ясно. Ну, конечно. Я перевариваю. Где вы практикуетесь? Обычно на каких-то международных конгрессах. То есть у нас в городе? Почему? В городе тоже. У нас есть клуб, куда приходят люди, и мы вечерами играем на эсперанто, поем. Я не пою, а моя дочка играет на гитаре, и она приходит, и мы поем. Как песни. В Новосибирске выучить эсперанто? Можно прийти к нам в центр. Вы обучаете? Да. Ага. А самостоятельно можно выучить этот язык? И самостоятельно люди учат. Причем курсы у нас проходят бесплатно. В чем сложность изучения эсперанто? Ну, сложность, как и любого языка, все-таки это надо учить. Нельзя вставить флешку в голову, да, и просто вложить его туда. Ну, к тому, что там 55 тысяч склонений нет, вот такого окончания, там разные, нет, конечно, там всего 16 правил, и если я выучила язык за месяц, ну, будем считать, если я супер
Вы лингвист все-таки, да, у вас к этому предназначено. Это был первый язык. И вы поняли вдруг, что вам это дается легко, и начали изучать другие языки, да, так получается? Именно поэтому. То есть первым языком был эсперанто. И когда я выучила его, меня поразило именно то, что я когда пришла в клуб, но я раньше жила в Подмосковье, и когда я пришла в московский клуб, я увидела, что клуб назывался «Серп и молот». Он был при заводе, и когда я увидела, что люди рабочих специальностей говорят на эсперанто, меня поразило это больше всего. То есть это не были какие-то преподаватели, лингвисты. То есть это были простые ребята с завода. Это очень здорово. Что-то я думаю, ну этот испанский, может, эсперанто начать учить? Ну. Сами испанцы шутят, что эсперанто, что испанский – это испорченный эсперанто. Прикольно. Видишь, какая польза. И ты говорила о том, что можно поселиться в отеле бесплатно. А, ну есть там вроде как, да, вот такая информация, сейчас вот я ее быстренько найду, о том, что якобы существует специальная паспортная служба, позволяющая эсперантистам на территории 89 государств останавливаться друг у друга бесплатно, да-да, а некоторые вот гостиницы тем людям, которые владеют этим языком, бесплатно селят тоже, вот это правда, так, да? Есть, да? Да, у нас в Санкт-Петербурге есть гостиница, ну там не совсем, ну как бы гости зарубежные, да, бесплатно останавливаются, а вот российские эсперантисты в Санкт-Петербурге имеют большую скидку в этом отеле. А в других странах бесплатно? Ну, и в других странах есть тоже скидка. Да. Ну, то есть это узнает вот узкий круг лиц, которые владеют эсперанто, правильно? Правило паспорта серва – вы должны хорошо владеть эсперанто. Они прям проверяют это на входе как-то? Ну, если вы к ним поселяетесь, конечно, вы должны говорить на эсперанто. Ой, извините, это тут, а тут это нет. Так, на эсперанто, пожалуйста. Вот именно таким образом я и в основном путешествую и останавливаюсь у других людей. И вот я горжусь тем, что останавливалась конкретно в Тулузе, вот у этого Йома, то есть он известный человек, да, и он принимал меня в Тулузе. Круто, круто. Давайте всех пригласим на фестиваль языков в Новосибирске завтра. И завтра же будет... Завтра, да, да. Вы будете выступать на фестивале тоже, да? Да, конечно. С презентацией, вот, собственно, эсперанто. Да, у нас помимо эсперанто будет очень много интересных языков, поэтому я всех приглашаю. И на эсперанто тоже могу сказать «Bon venon». Кремина, спасибо большое, что пришли, нашли время. От вас мы сейчас хотим услышать какую-нибудь интересную, забавную, желательную историю из жизни. На эсперанто. Ну, расскажу я по-русски, это будет про эсперанто-лагерь. Мы как-то раз организовывали российско-украинский слет. Это было где-то в 2010 году. И я жила в комнате организаторов с организатором, с руководителем Ялтинского клуба Ефимом Зайдманом. И он должен был выступать с утра на конференции. Я, ну, позволила себе чуть-чуть поспать подольше. Когда я встала, я не обнаружила своих сланцев. Думаю, странно, в каком состоянии вчера вернулась, что я даже сланцы найти не могу. Ну, ладно, надела другую обувь, пошла. Подхожу, смотрю, конференция, люди, и стоит Ефим в моих розовых сланцах с цветочками. Это случайно произошло, или он просто не парится по этому поводу? Он вообще не парится. То есть, то, что нашел, то надел и пошел, да? Да, да. Вернул потом сланцы. Да. Лингвист-переводчик Дрина Арбекова была у нас в гостях. Спасибо большое еще раз. Всего доброго.